Режиссер все-таки может выбирать, рисовать ему для себя или нет, или только задание раздавать. Но он должен уметь принять работу и объяснить, что не так. Это просто, ну, удобнее для процесса. Вот. А аниматор, который художник-аниматор, у нас это вообще на другом факультете здесь. Вообще, по идее, это специальность. Который просто вот исключительно все время анимирует. Анимирует, анимирует, получает задачу, рисует, рисует, сдает, получает, рисует, рисует. То есть это постоянная вот эта фазовка, фазовка. Это немного, конечно, другой процесс, другой, и немного, наверное, организация человеческая другая должна быть. То есть если мы говорим вот об аниматорах, то там, конечно, усидчивость и некоторая вот эта медитативность такая. Потому что это действительно... Не получится несколько дел одновременно делать, рисовать, разговаривать, там, ну, можно музыку одновременно слушать, рисовать, в телевизор поглядывать, не получится, выпадаешь из процесса. Вот, тут усидчивость, медитативность и, ну, вот, готовность к однообразию. А если это режиссер анимации, качества какие, то тут вот как раз-таки, наверное, наоборот, он должен быть немного... не настолько погружен в себя, то есть он должен уметь вовремя в себя погрузиться и вовремя оттуда выйти. Он должен уметь объяснить задачу, он должен видеть картинку всю в целом. И это, ну, такие, наверное, определенные какие-то качества все-таки человеческие для этого.